Приветствую вас, друзья, на моем канале. Снимаю такое поспешное видео. Много работы, нет времени вообще заниматься сейчас каналом. Но выпустили шкаф, сделал я. Показать его хочу, потому что он новый. Он отличается от того, что делали мы раньше. В частности, по эргеру там большие изменения. То есть я сейчас приведу примеры тех эргеров, которые мы делали ранее. Но они мне уже приелись. Каждый раз их рисуешь одно и то же. Поэтому была задумка. Вот получилось ее реализовать. Мы делали разные шкафы, разные эргеры. Многие и с радиусными фасадами сверху, снизу были. И с одним радиусным. Что там у нас дальше еще будет? И ломаные, там тут не передашь по фото, все задумку. И крученные, в общем, всякие-всякие, они уже поприедались конструктивно, короче. И вот угловые такие, с боковой дверцей шкафы делали, стеклянные с подсветкой делали. Ну, это классический, самый распространенный был наш угол. И такой вот был у нас. И такой был. И с зеркалом капелькой делали. И просто прямой с зеркалом вставочкой. Это, в принципе, тот, что уже был ранее. И просто стекло. Вот, забили вот этих всех шкафов, которые делались раньше, уже приедались эти, как я говорил, уже эргеры, повороты все эти. И хотелось сделать что-то такое необычное, нестандартное. И я ждал такой клиент появился, которые были готовы к экспериментам. В принципе, сейчас вам покажу на проектах, что там. Комната проходная, нужно было сделать поворот более плавный, чем был раньше. Потому что раньше обычно поворот был эргера, равный по ширине шкафа получается. Ну, то есть пришлось бы обходить дальше. Ну, это основная причина. Так, вот шкаф, который был прорисован. Какая особенность его основная? Вот предварительно, а потом он был, я покажу, более и выключен в этом месте. Тут у нас получался, попадал выключатель где-то вот здесь. Надо было больше его крутнуть. Но идея таковая, чтобы сделать вот проход в заход двери более плавно. Вот такая вот геометрия у нас получилась. Изначально. Так. Вот я его чуть больше крутнул. Вот видно тут дверь и выключатель. Мы его как раз обходили. И хорошо получилось крышу крутнуть. В общем, посмотрим, что вышло из этого всего. Вот непосредственно видео уже с установленным шкафом. Смотрите. Вот как он. Профиль цвета шампань. Открытый. Зеркала бельгийские. Бронза. Вот этот обход, которого я пытался добиться, чтобы обойти выключатель. Немного сместили шкаф из-за того, что приняли решение с клиентом не снимать плинтус. Изначально была задумка снять, чтобы он плотнее стал к стене. Шкаф это больше для навесных вещей. Тут полок не так много. Добавили крючки еще. Это с левой и с правой стороны. Вот он как приоткрыты двери. И два ящика уже. Добавили туда на телескопических направляющих.
Дальше у нас идут фотографии немного. Все, на этом все. Что получилось, я вам показал. Вот, даже чуть лишнего добавил старых наших изделий, но чтобы было представление. Это видео перед кухнями. Сейчас пойдет завал кухонь. Еще одну кухню мы поставили. Я никак не могу его подготовить, чтобы выложить сюда. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, я буду отвечать далее. Что еще там? Ссылки под видео на соцстраницы, где я выкладываю, как обычно, фотографии изделий. В общем, пока. До встречи.